Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня у нас обзор новых Kinder Joy'ов, эмодзи или эмоджи, а можно и просто смайлики. Как обычно, откроем целую палетку. Только вот придя в магазин, я обнаружил интересную загадку. Помимо белых обложек эмоджи, в магазине есть синие Kinder Joy. И на коробках игрушки у них отличаются. Сегодня откроем белый, а в воскресенье синий и раскроем тайну новых киндеров. Будет интересно, ставь лайк и поехали. Новые Joy от 20 декабря 2021 года. На обложках веселые смайлики слушают музыку. Сейчас посмотрим, что будет внутри. Ух ты, кубики какие-то. Веревочка. И даже наклейки есть. Интересно, посмотрим на вкладыш. Как мы видим, всего в коллекции 10 игрушек. И это какие-то фигурки, сделанные из кубиков наподобие лего. Два кубика и между ними ручки. У каждой игрушки есть веревочка. И все они, похоже, относятся к музыке. На кубики надо наклеить наклейки. Кубик еще и вращается. Но самое прикольное, что все эти игрушки можно собирать в башенку. Также игрушку можно прицепить к рюкзаку. А еще интересная особенность. Если подержать фигурку на солнце, то в темноте наклейки будут светиться. Многофункциональные игрушки. Ну, веревочка это самое неинтересное из этой серии. Отложим в сторону. И пойдем приклеим наклейки. Первый кубосмайлик собран. Допотопный радиопроигрыватель, звезда, микрофон и гитара. А сверху обезьянка. Не слышать, не говорить и не видеть. Фигурка состоит из двух кубиков. Ручки неподвижные, а вот кубики можно крутить, что верхний, что нижний. Так себе коллекция, на любителя. Двигаемся дальше. Желтый. А вторая фигурка уже как-то больше относится к эмодзи. И цветом желтая, и сверху у нее различные смайлы. Эмма. Поворачиваем. Смайлик со смартфоном. Селфи делает. Льна снимает. Удивленный смайлик или испуганный. А у этого звездочки в глазах. А внизу у нас есть барабан. Какой-то граффити. Настройка для музыки. И еще одно граффити. Ну и давайте сделаем самое интересное. Попробуем соединить. Кстати, вот эти наклейки светятся в темноте, а вот эти уже не светятся, а обычные. Получилось. Наш мега-чувачок растет. Надеюсь, в палетке удастся собрать всю серию, чтобы потом не мучиться. То игрушки, на мой взгляд, так себе. Желтый только что был. А наклейки-то другие. Вот это поворот. Посмотрим. А, желтых-то целых 3 штуки. Тогда все понятно. Пойду клеить. А вот этот где-то обзавелся интересными очками в виде сердечек. И радуется. А этот эмодзи собрал венок из цветков. И показывает язык. У вас-то такого нет. Ну а этот самый умный. Похоже, он всем текста и музыку пишет для песен. А что у нас внизу? Какое-то современное искусство. Магнитофон. Еще одно современное искусство. И барабаны. Но они по-любому не так называются, а как-то по-интересному. Я забыл как. Будем строить башенку. Опять желтенький. Сразу проверяем по наклейкам. А наклейки другие. Собрали всех желтых человечков. У первого на лице какая-то челочка разноцветная. Этот облизывается, съел что-то вкусненькое.
задумался о чем-то. Песню новую сочиняет. А этому рот заклеили, потому что песни плохие пел или говорил слишком много. А внизу у нас электрогитара. Опять минутка современного искусства. Барабанная установка. И еще какое-то искусство. Скоро моя башенка в кадр не будет помещаться. О, голубенький. Такого еще не было. И только первый эмоджи мог светиться в темноте. Остальные все обычные. Цвет красивый этой фигурки. Как раз под мой фон. Кто у нас тут есть? Панда-рэпер. Смотрите, какой стильный. Правда, вечерами панда плачет от того, что никто не понимает его тексты. А здесь панда влюбился. И танцует лезгинку. Внизу у нас мощная колоночка. Настенная граффити. Ноты. Не ожидал их тут увидеть. И микрофон. Так еще видно? А вот так уже не видно. Ну ничего, потом посмотрим. Цвет тот же самый. А наклейки другие. Новый кубический смайлический. Что у нас тут есть? Обезьянка. Что-то во рту у нее поблескивает. Зуб золотой себе вставила, что ли? А тут обезьяна нашла на базаре классные очки с пальмами и кайфует. Бананов, наверное, объелась. А потом в кого-то влюбилась, обезьянку встретил. И смеется до слез. Внизу у нас гитара семиструнная. Очередное граффити. Нота. И труба. Будем собирать вторую башенку. Потом соединим. Желтый. Вот желтые у меня уже все собраны. Но на всякий случай проверим. А смайлы-то другие. Ничего не понимаю. Похоже, это какая-то бесконечная коллекция с бесконечными наклейками. Постоянно новые попадаются. Давайте разглядывать. Этот эмодзи дразнится, язык показывает. Этому, похоже, поплохело. А вот этому похорошело. А этот всегда на позитиве. Внизу у нас нотки. Наскальная живопись. Колоночка. И узорчики на музыкальную тематику. Двигаемся дальше. Знаете, я уже хочу найти какую-нибудь повторку. Вообще они тут присутствуют, нет? Опять желтый. А наклейки. И вот она, первая повторка. Такая игрушка мне попадалась. Ура! Никогда еще не так не радовался повторкам. Так, желтый был. А вот наклеечки новые. Очередная игрушка. Эмодзи с обложки. Радостный слушает музыку в наушниках. А этому поплохело, батарейка у него садится. Скоро совсем отключится. А этот смайл, похоже, попал в неловкое положение. Капельки пота у него выступили. А этот пупси слайм объелся. Внизу у нас виниловая пластинка. Они сейчас опять модные. Очередное граффити на стенке. Синтезатор. Эх, хулиганы, все разрисовали. Вот этот мне больше всех пока нравится. Прицепим. Вторая башенка строится. Скоро догонят первую.
О, черный. Черный нам только в самом начале попадался. Наклеечки новые. Похоже, у всех черных фигурок есть эффект свечения наклеек. Эта фигурка уже какая-то жутковатая. Чертик нарисован. Причем один синий, а один красный. Смайл в очках. Язык показывает. А внизу наушники. Молния, как у Флэша. Поцелуйчик от группы Kiss. И кассетный магнитофон. Черненький. Повторный с обезьянками. Был такой у нас в самом начале. В сторону его отложим. Остался последний. И тоже черный. Клейки новые. Клеим. Эмодзи с языком. Обычные радостные эмодзи. Со звездочками в глазах и в очках. А внизу нотка, магнитофон, микрофон и гитара. Что-то подобное я тут видел. А, у обезьянок были нижние наклейки точно такие же. Похоже, наклейки могут повторяться частично. И непонятно, сколько всего игрушек тогда в этой серии. Я уже 10 разных собрал, а на вкладыши их всего 10. Но мы с вами не нашли ни одного розового. Загадка. Ну и пробуем собрать мегабашню. Но она неустойчивая. Так что много вы не соберете. А что, так прикольно выглядит. Можно украшать дом. Вот такая странная серия эмодзи в новых Kinder Joy'ах с белыми обложками. Сколько всего тут игрушек, загадка. Хотя лично мне не интересно, так как дособирать ее не буду. Слишком однотипные игрушки. А строить Вавилонскую башню у меня желания нет. Надеюсь, эмодзи с синими обложками будут лучше. В воскресенье узнаем. А что вы думаете об этих игрушках? Будете их собирать? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.